Как решать региональные проблемы? Своим опытом готовы поделиться европейцы, а именно Ассамблея Европейских Регионов, старейшая неправительственная сеть, объединяющая более 200 регионов по всей Европе и представленная в Еврокомиссии. В Украине АЭР отныне будет представлять оппозиционер Александр Вилкул. Такое решение принял накануне в Лондоне исполнительный комитет организации. По словам президента Ассамблеи, Вилкул сотрудничает с АЭР 6 лет. И после организованной им 3 года назад масштабной конференции с участием евродепутатов в Днепропетровской области открыли представительство Ассамблеи. Украина должна формировать отношения с Европой на основании прагматичных взаимных интересов. И эти отношения должны быть не пустыми лозунгами, а наполнены конкретными действиями. И развитие отношений на межрегиональном уровне может быть очень хорошим базисом, в том числе потом уже и для межгосударственных отношений и коммуникаций. Регионы Европы заинтересованы в развитии отношений с Украиной. Мы готовы делиться опытом регионального управления и децентрализации, а также развивать совместные проекты. Мы также готовы консультировать вас по актуальным для вашей страны темам, в частности, по решению гуманитарных проблем.